Стадион для хоккейного «Енисея» в Красноярске строят благодаря Путину. Об этом в интервью спортивному клубу рассказал главный тренер команды Сергей Ломанов. К тому моменту, признается наставник, окончательно судьбу арены еще не решили. Либо реконструировать, либо строить новую. После победного чемпионата мира со сборной встретился президент. Перед встречей к Сергею Ломанову-младшему подошел Виталий Мутко и предложил игроку «Енисея» спросить у Путина о возможности строительства нового крытого стадиона. Сергей сказал о том, что Сибирь холодно, уже 21 век. Он вообще удивился даже, почему идет реконструкция. Он говорит, какие вопросы? Енисей заслужил, и они должны иметь и арену самую современную, которая только есть. И обязательно крытой. И все, приехав в Красноярск, тема реконструкции отпала сразу. Сергей Ломанов рассказал и о причинах ухода одного из ведущих игроков клуба Алана Джусоева. Также завтра в спортивном клубе расскажут о ситуации с российскими олимпийцами, которым предлагают выступать под нейтральным флагом. Об изнанке главного телевизионного конкурса страны ТЭФИ «Регион», победителем которого стала наша программа, и об особенностях тренировок всадников и лошадей зимой. Все это завтра, в пятницу в 12:00. Не пропустите.